Посмотрите, как сирень цветет в этом году, особенно прям хорошо. Прям вся цветет, как красиво, очень. Красота. Всех приветствую. Это соседская кошка. Целый день сегодня с утра мяучит. Наверное, начнутся у нее кот, или как там говорят, да, котят принесет. Мяучит, мяучит и мяучит, и к себе не уходит. Только вот у нас поселилась, и все. Что делать, не знаю даже. Так, пришел вот фонтанчик с озона, выписала сейчас на солнечной батарее. Сейчас опущу, посмотрим, что за. А так вот, здесь растет герань у меня. Герань размножим. Там петушки, петушки, тяпка лежит. Здесь тоже петунии. Так что здесь пока голубика. Не знаю, пока вот так еще цветет. Не знаю, сколько времени она должна цвести. Так, здесь что? Вот сейчас батарею опущу. Еще ничего не садила в грядках. Мероприятия прошли. И теперь уже займусь этим делом всем. Посадкой и так далее. Надо вот это камнелом, или как-то он называется, его рассадить надо. Так, клубника цветет, уже цвет набирает. Вот как видно. Вот смотрите, ходит за мной и все. Мама любительница все орудовать ножом. Она на... ножом вот так перепалывает. О, кстати, смородину пока еще не начались эти жуки. Но что хочет, не знаю. Как тля не начала, есть надо срочно мне обработать. Очень хорошо цветет смородина. Ягодок будет много у этой смородины. Поэтому, что говорить. Да, кошка что-то беспокоится. Что-то хочет она, я не знаю что. Плачет, плачет, не знаю. Очень много цветков у смородины. Поэтому будет черная смородина. Это очень хорошо. По-моему, черная. Здесь почему-то вишня, вот эта молодая, она вся по низу цветет очень хорошо. Внизу цветет, здесь цветет вишня. Хорошо цвет набирает. Так, эти обижают, смотрите, эту кошку. Смотри, как обижают, а? А ну-ка. Вот. Это наш кот. Ты зачем обижаешь, а? Ух, смотри-ка, морда красивая у него, конечно. Так, посмотрите, как цветет яблоня. Красиво, очень красиво цветет. Это одна яблоня. Сейчас вторую покажу. Сестренка привезла рябину. У меня есть одна, она маленькая. Это вот вторая. Уже немножко листья подвяли. Посадила, полила обильно. А вот эта яблоня, это уралочка. Очень хорошо. Вот тот год отдыхала. В этом году, видите, как цветет красиво. Очень. Вот вам фонтанчик, смотрите, я установила. Здесь уже грязно этим занесло песка всего. Но я поменяю воду здесь, и все. Этот фонтанчик работает, ну, как батарея, видать, заряжается от солнца. То быстро, то медленно. Воду надо будет поменять, но это сделаю. Это вот китайские, вот этим, хотела сказать, лилии. Это... лотос. Сейчас посажу его в глину и потом емкость в воду поставлю. Ну, так прочитала, по крайней мере. С каждым днем все зеленее, зеленее становится. Вроде бы так незаметно, а когда начинаешь пересматривать, оказывается, так зелено стало. С каждым днем меняется. Природа оживает. Вишня, смотрите, вот цветет. Да, все оживает. Сейчас вот посмотрю, в глину положила, но они в глине не утопают их. Они должны сидеть здесь в глине, эти цветы, лотос. Ну, посмотрим. Сейчас, если что, сверху еще глиной засыплю. Но этот тазик не презентабельный, нету, вот другой куплю. Красивенький, пока положила, пусть растут. Приветствую вас, дорогие друзья, как ваши дела, здоровье, успехи и все-все остальное.
Хочу первое, что сделать, это поблагодарить вас всех за поздравления, за теплые ваши слова, пожелания моей маме, как говорится у казахов, Жасын-берсін. Это в переводе говорит о том, пусть вам даст возраст этого человека. 83 года, думаю, что прекрасный возраст, и вам я желаю дожить до этих лет. И больше, и здоровья вам всем крепкого. Очень было приятно. Все комментарии я читала и всем ответила. Поэтому очень всех благодарю. 2 дня съемок не было. Отдыхала, отходила после, сами понимаете, нашествия гостей. Поэтому сами знаете, во что превращается дом. Поэтому мама не захотела в кафе отмечать, захотела дома. Вот. Ну что хочу, смотрю сейчас на цветок, а вторая жизнь у цветка началась, начал цвести каланхой, да, по-моему, цветущий этот, вот, начал расцветать, что очень приятно, новые цветочки пошли. Я пообрезала те, которые уже завяли, и что так было с розами и так с этим цветком, когда срезаешь, новые соцветия появляются, оказывается. Прибежала с работы, и что? И что? И надо уронить цветок. Такой легкий грунт внутри, почва очень легкая. Так, что? Погоду видели, какая пасмурная. В этом году сирень очень красиво цветет. Думаю, видео тоже посмотрели. Так, погода, да, пасмурная, но такая тоже нравится. Хотя бы немножко можно отдохнуть. Сейчас хочу сделать манты на ужин. И хотели вообще, не осталось баурсаков. Так всем понравились баурсаки, что баурсаков не осталось. Думаю, может быть, тесто поставить, но хотела на улице жарить. Не знаю, получится или нет, если не пойдет ливень. Что-то погода такая какая-то ливневая. Поэтому что, сейчас тесто замешу. На манты тесто замешиваю без яиц. Всегда, никогда не добавляю яиц. Просто туго замешиваю. Соль, вода, немножко масла растительного и туго замешиваю тесто. Фарш что обычно? Это фарш сам, луку побольше, кто-то добавляет капусту, кто-то добавляет картошку. Я немного люблю добавлять картофель, поэтому, скорее всего, добавлю его и все. И сделаю такой фарш. Сочный, хороший, добавлю водички, масло и все, что прилагается. И все, и сделаем быстренько манты. Как я уже сказала, что добавляю просто мука, соль, масло немного растительного и вода. Все, больше ничего не добавляю в тесто и замешиваю тесто. Вода обычная, можете теплую, можете холодную, без разницы. Я, как есть, замешиваю просто тугое тесто и даю ему немножко отлежаться. А масло растительное даст некую такую мягкость, немножко эластичность тесту. Поэтому муки произвольно, я не знаю, сколько я примерно, ориентируйтесь на свое, как на свой фарш, сколько вы будете готовить. Поэтому, думаю, на манты тесто все умеют делать. Я делаю всегда без яиц, просто тугое замешиваю тесто. Вот так постепенно добавляю воду. Не совсем прям тугое, чтобы вы не могли, ну, такое пельменное тесто. Замешиваю и все. Много готовить я не буду, на ужин быстренько, чтобы было что покушать. Вот так вот, видите, довольно-таки туговатое тесто замешиваем на манты. И главное, дать ему хорошо полежать, еще раз подмесить, потом еще раз дать им полежать и все. Вот такое довольно-таки тугое тесто. Ну, оно не прилипает к столу. Очень такое эластичное. И все.
Тесто замесили, его в кулечек. Еще бы его открыть, этот кулечек, и вообще бы было хорошо. Еще же не откроешь, и все вот так вот в кулек. Убираю в сторону. Все, прибираюсь, убираюсь и готовлю фарш. Фарш у меня будет просто фарш говяжий, лук, немножко картофеля мелко нарежу, соль, перец и все. Ну, там вот пару каких-то специй добавлю и все. Хорошо замешиваем фарш. Это лук, опять повторюсь. Чеснок не буду добавлять. Побольше перца, масло растительное. Ну, для жирности, мне кажется, как будто бы он постноватый. Вода обязательно. Ну, я на лук налила горячую воду. Лук у меня с краю был, поэтому не подумайте, что фарш залила кипятком. Все. Вот такой вот фарш готов. Еще картошечки немножко, пару штук добавлю. И все, кубиками нарежу. И фарш готов. Все. Значит, тесто отдыхает сейчас подо мной. Фарш готов, пусть настаивается. Соли все это берет в себя. Картошечку чищу, добавляю. И что еще? Немножко хочу баурсаки на кефире поставить. Тесто поставлю немного. На кефире здесь налила кипяток. В кипяток добавлю масло. Так как я масла не достала заранее, потому что сегодня на обед я не приезжала, поэтому сейчас в кипяток масла добавлю, кефир добавлю, дрожжи добавлю, все же одно яйцо добавлю, сахар и замешу такое тесто. Где-то на 2 стакана смеси, это пол стакана кипятка и 1,5 стакана кефира, я добавлю 100 грамм масла. Вы можете произвольно делать. Я так, видите, уже приблизительно делаю безрецептурно. Обязательно хорошо солю, прям хорошо солю. Какой-то листик. Хорошо посолили. Сахар, столовую ложку. Все. Я не люблю баурсаки, когда сладковатые. Это непонятно, то ли это баурсаки или пончики, что-то такое. Столовая ложка дрожжей. Угу. Я уже приблизительно знаю, поэтому ложу так, не измеряя. Одно яйцо добавлю, все, и замешу быстренько тесто, отправлю в теплое место, и все. Одно яйцо добавляю. Это тесто я переложу в мешочек, и что сделаю? Отправлю в микроволновку на режим разморозки. Я ставлю, разморозка дает такое небольшое тепло. Я на режим разморозки ставлю, и тесто очень быстро, хорошо поднимается в микроволновке. Ни в коем случае не перепутайте и не включите на подогрев. У вас где-то приблизительно уйдет около 4 стаканов муки на 200 грамм жидкости. Обычно идет один к одному, один к двум.
Видите, я муки положила приблизительно, но я вижу, что этого мне хватит. Может быть, лепешки быстро пожарю, может быть, бурусаки, не знаю. Вот такое оно и будет. Тугое не буду. Прям вот такое, как липнет, видите? Вот его и я в пакетик отправлю. Немного в пакетик масла растительного налью. И чтобы не прилипло к пакету это тесто. Все. И отправлю на режим разморозки. Как бы это ни казалось интересным. В микроволновку. Оно прогреется и будет там потихоньку подниматься. В пакетик налила масло растительное. И вот так вот немножко его там вот так вот сделаю. Все. И вот это тесто отправлю сюда. Вот так. Вот видите, оно такое липкое, да? Это все сюда отправим. Вот так. Все с краев убираем, собираем. Все. И вот это вот обволакиваем так вот. Именно так делайте. Все. И что? Микроволновку. Итак, пока тесто поднимается дрожжевое на кефире, для манг тесто еще раз подмешиваем. Вот оно постояло, уже стало такое очень эластичное, очень хорошее. Видите, однородное, хорошее тесто получилось. Сама тоже проверяю, думаю, однородное хоть. Да. И ни грамма не липнет к столу. Поэтому просто так вот делайте, как на пельмени. И все. Просто единственное, на пельмени добавляете яйца. Я не добавляю на манты, так как варятся на пару, и этого не нужно. Буду катать небольшие кусочки теста, поэтому средние будут. Вот так вот на 4 части поделю, и все. И еще раз их скатаю. Вот так. Так, так. Вот так вот. И все. Соберу, так сказать, вот в такие лепешечки. И снова в мешочек. И когда хорошо постоят, только тогда буду быстро раскатывать и делать манты. Манты делать очень, по сути, быстро. Я всегда быстро готовлю. Вот такие заготовочки делаете заранее, и все. Но если вы не умеете катать такие круги, то, конечно, можно колбаской накатать кружочки и делать, как вам удобно. Все, заготовочки сделала. Снова мешочек. И вот так вот отставляю еще минут 10. Пусть лежат, потом буду раскатывать и уже формовать манты. Тут подумала я, друзья, и знаете, что думаю? Сделаю, наверное, рулет мясной. Не манты, а рулет сверну, давно не делала. Как ханума, только с мясом. Решила, что это будет быстрее, так как время. Вот, поэтому, что действительно будет побыстрее это. И все, и намного быстрее будет. Перевожу, чтобы не липли друг к другу, и все. И пусть отдыхает дальше, а я буду раскатывать это тесто. И так решила. Сделаем по-казахски это урама. Урама — это в переводе как завернуть, типа рулет. Это будет мясной рулет. Быстро и вкусно. Сверху лук, зажарка и морковь. Все как положено. Будет вкусно.
Тесто раскатываем тоненько. И все. Такое тесто раскатываем тоненькое, его буду растительным маслом смазывать, и все, и начинку ложим. Растительное масло наливаем, можно сливочное, но я пользуюсь растительным. Вот такое беру. Ага, что все края промаслились. Вот так. Все вот так вот промаслили, подготовили. Фарш выкладываем. Начинаем распределять его. Хорошо, главное распределить фарш. Так я посчитала, быстрее я приготовлю ужин. И прям очень вкусно. Я люблю такой рулет. Главное вот так вот хорошо, не торопясь, на края везде фарш нанести. Где не достает, добавляем. Где много, убавляем. Вот так распределили все и начинаем сворачивать рулет. Вот так. И в мантоварку также 45 минут готовим. И все. Так. Так. И это сюда. Все. Когда в мантоварке будете готовить, естественно, вот так, чтобы пары выходили отсюда и готовилось блюдо. Эти можно края защипать, а можно и не защипывать. Ничего не будет. Вот такие рулеты готовим. Все. Итого, видите, быстро 4 штуки сейчас делаю, и много, считайте, сразу вам мант, лжемант. Ну, рулеты, зажарку, главное, вкусную делаете со сливочным маслом, морковочка, лук, что-то там хотите, что-то специи добавьте, и вкуснятина. Дорогие друзья, тесто немного постояло.
на разморозке. Именно ставили то, что на баусаке, на кефире, на разморозку. Тесто, рецепт я выставлю в, скажите, в описании. Вот. Вот такое оно тягучее тесто получается. Вот. Но оно пышет. Вот так подмешиваем. И вот после одного еще замеса мы можем уже жарить наши баусаки с вами. Ваши и наши. Все. Припыляю просто для того, чтобы сформировать. Я ведь замесила, знаете, его вот так вот не месила, не вымешивала на столе. Я очень быстренько так его замесила и так и отправила. А теперь вот как раз время можно подмесить. И после того, как оно поднимется, все, мы можем выпекать баусаки, лепешки, что хотите, пиццу, шмиццу. Что хотите из этого теста, можете спокойно выпекать. Все, вот оно еще раз сейчас поднимется. И оно такое, знаете, аж пищит в руках. Все, и мешочки, кстати, чистые, новые. Все. Это отправляем и все. Короче, отправляем тесто еще до одного подъема. Как один подъем будет, все. Жарю, парю. Как раз здесь рулет будет вариться. Здесь будет уже тесто подойдет. Успею, думаю, пожарить к чаю. И все. Остальное можно всегда убрать в холодильник. Рецепт напишу, тесто в описании. Так, ну что, дорогие друзья, лук, морковь, все я натерла, ну, лук нарезала, этот натерла, морковь, такая вкусная, кстати, морковь, очень прям захотелось почему-то моркови, вот, посолим хорошенечко тоже, поперчим, и что делаем, все, жарим на сливочном, половина сливочного, половина растительного масла. Аккуратно обжариваем до золотистой корочки. И все. И зажарочка наша будет готова. Поверх нашей урамы будем поливать. Так, тем временем, думаю, может еще тесто второй раз поднялось. Если поднялось, то формую быстро, наверное, может быть, большие лепешки быстро пожарю, чем баурсаки. Все же недавно ели, но не наелись. Наши домашние мои даже не поняли, что вообще такое было. Поэтому им отдельно еще на выходные хочу тортики спечь. И вчера малышу было 2 месяца, и я ничего не пекла. Поэтому планирую на выходной сделаю тортик, что-нибудь еще вкусненькое и отметим. Так, теперь что дальше? Я пойду принесу тесто. Этот подъем теста мне достаточен. То, что поднялось, этого достаточно. Вот такое. Видите, какое тесто тянется. Очень хорошее. Угу. Морковь пожарится хорошо. Эти сделаю, наверное, быстро. Лепешки большие. Думаю, так. Может, часть теста оставлю, чтобы завтра, придя с работы, у меня было тесто, и я что-нибудь приготовила. Угу. Так. Тесто на кефире, оно имеет такую липкость немножко. Поэтому не нужно переживать, бояться, что оно может прилипнуть.
ничего не страшного. Вот так вот тоже в муке подготовлю такие штуки, а потом быстро раскатаю и пожарю. Пожарить большие лепешки. Все. Это тесто соединяю и убираю. Так, пока пусть здесь постоит, ничего страшного. Так, а это уже будем думать. На улице начался ливень. Представляете? Вот так вот я заготовочки сделала. Сейчас немного их раскатаю. Они постоят и будут пышными лепешками. Сформировали. И тоже даю им отдохнуть, постоять. Все. Хороший ливень пошел. Здесь жарится. Угу. Итак, получается, урама, то есть рулет у нас готовится. Слышите, дверь открыла немного. Тесто тоже успело подойти. Подлив жарится, значит, все прекрасно, все быстро, очень приготовилось. Приготовится, имеется в виду. Итак, где-то планируем 8 часов будем кушать. Ну, думаю, такой ужин где-то примерно обходится в 1,5 часа приготовить. Ну, если у вас фарш уже готовый. Фарш я заранее перекрутила. Поэтому уходит 1,5 часа по времени. Вот такие заготовочки делаем. Лепешечек. И все потом растягиваем и жарим на жару. Итак, дорогие друзья, за 1,5 часа, что мы сделали, лепешки пожарила. Вот такие замечательные лепешки получились. Посмотрите, как они хрустят, какие лепешечки, очень вкусные. Это все за 1,5 часа. Ой, еще тесто убрала. Решила, что нам этого хватит, лучше свежими. И посмотрите, какой получился рулет мясной. Поближе покажу. Вот такой мясной рулет. Сейчас полью подливом. Сейчас подлив польем. И попробуем, как обычно, по сценарию. Работаем по сценарию. Вот так вот подливом поливаем. Очень вкусно, очень красиво. Ну, я уверена, что вкусно, потому что тесто тонкое, нежное, хорошее. Поэтому бисмилляхи, пробуем. И все. Ну, еще горячее. Обожгусь. Тесто тоненькое-тоненькое. Ну, очень супер тонкое тесто. Практически тесто вообще не видно. Одно голимое мясо. И это, поверьте, очень вкусно. Очень. Вот с этим подливом, таким солененьким, перченым. Очень вкусно. Сейчас горячий, боюсь обжечься. Но до чего вкусное тесто. Очень-очень вкусно. Вкусный рулет. Давно я не готовила, так соскучилась. Очень прямо само тесто какое тоже вкусное, фарш. Так что, дорогие друзья, ракурс немножко поменялся почему-то, ну да ладно. Ну что, друзья, готовьте с удовольствием, радуйте своих близких, и может быть кому-то этот рецепт нужен будет. Все, что ложила, напишу. Очень вкусно,
хочется быстрее сесть и полноценно поужинать. Поэтому так вот делаю, чтобы быстрее остыло. Очень-очень вкусное, поверьте. И тесто на кефире тоже, как видите, очень такое хорошее. Все напишу. Девчонки, мальчишки, готовьте с удовольствием.